Полиция и органы опеки едва не изъяли из семьи новорожденного ребенка. У сыщиков возник вопрос, где настоящая мать малыша и почему за девочкой, которой всего один месяц, ухаживает совершенно посторонняя женщина. Когда сыщики зашли в квартиру и выслушали историю того, как младенец оказался без родителей, изрядно удивились. Откройте, пожалуйста, комиссия по делам несовершеннолетних, отдел опеки. Зайти к семье, где живет месячный малыш, полиции и органам опеки удалось не сразу. То ли хозяева не хотели открыть, то ли не слышали настойчивых звонков. Вы извините, пожалуйста, вы из какой квартиры? Нам 105. Здравствуйте. Что-то вы так долго, или у вас... Проверяющих встречает глава семьи и приглашает пройти в квартиру. Вы все застряли, знали? Да. Мы 4-5 раза туда. Где они? Ситуация такая. Полиция сразу стала расспрашивать женщину о том, как в этой квартире оказался младенец, которому всего один месяц. Хозяйка объясняет, малыша родила ее знакомая и оставила присмотреть. Кстати, рядом стоит отец ребенка, по совместительству муж хозяйки, где мать малыша неизвестна. Она с вами проживает? Она с вами живет? Да, нож днем работает. А где она, мама, сейчас работает? Сейчас на работу. Полиция пообещала прийти вечером, чтобы найти мать малыша, посмотреть свидетельство о рождении и пообщаться. Ведь женщина не является гражданкой России. Правда, вдруг выяснилось, что с работы мать малыша не придет. Родина, на своей родине. Ну так по закону, вот где она проживает, ставит на учет. Похоже, родной матери не до девочки, но эта семья хочет оформить опекунство над малышкой. Сейчас собирают все документы. Вот это мы показали, и справку, чтобы... Их смутило, что вы хотели ребенка записать на свое имя, понятно? Полицейские сюда еще вернутся с проверкой. Возможно, тогда женщине и ее мужу удастся собрать все документы. Тем временем сыщики продолжат поиски матери девочки, чтобы узнать, действительно ли она отказалась от ребенка.